Evil Doubter. Что ж, поехали. Ну и действительно, надо полетать, когда я стрим начал. Почему бы и нет? За 48 часов до этого. А, да-да. О, прошу прощения, я вас побеспокоил? Нет, пожалуйста, проходите, миссис... я мисс Элис Дебуви. Я новая соседка мистера Холмса. А, не имел удовольствия. Я доктор Ватсон. Мы могли бы вам чем-нибудь помочь? Дело не в ней, Ватсон. Тогда зачем же она здесь? Из-за ребенка, который шмыгает носом за ее спиной. Избавьтесь от него, Ватсон. Но он дрожит от холода и явно расстроен. Что с ним произошло? Малыш Том постучался не в ту дверь. О, да боже ты мой. Бедняга, пойдем погреть его огня. Могу я предложить вам чашечку чая, мисс Дебуви? Что ж, я... не то, что мы могли бы кому-нибудь помешать. Вы понимаете, кому, верно? Думаю, нет. Поскольку вы наша новая соседка, вам стоит узнать о нем побольше. Вы меня настораживаете. Что ж, у мистера Холмса рецидив. Эта болезнь беспокоит его, когда он не находит себе занятия. Он становится чрезвычайно нелюбивым. Нелюдимым. И увы, это очень сложный, не поддерживающий лечение случай. Это должно остаться между нами. Конечно, я понимаю, как печально. Но лекарство есть, правда, только временное. Захватывающая загадка. Несомненно, если он ее упустит, его состояние ухудшится. Я все еще здесь для сведений. Я не выпал из окна. Так и быть. Посмотрим. Спасибо, мисс. Так, зачем ты пришел? Расскажи мне, мальчик, что произошло у тебя? Это мой отец. Отец, сэр. Он пропал. И я не знаю, что делать. Так, ну давай посмотрим. Красные глаза, конъюнктивит, недавно плакал. Но, скорее всего, недавно плакал из-за того, что, типа, отца потерял. Хотя конъюнктивит может тоже быть из-за того, что, типа, простудился там еще что-то. А давайте, недавно плакал. Так, вперед-назад АД. Поехали. Бледная кожа, недостаточное питание. Угу. Кулон. Родился в 1887 году, Тому 8 лет. Угу. Заботливые родители. Так. Карта Лондона. Может читать и пользоваться картой. Угу. Отлично. Рука. Повреждена рука. Порог развития или рана? Может быть, рана, конечно, там перелом какой-нибудь, но тогда бы он орал. Типа...
Портрет персонажа создан. Тому 8 лет, его одежда поношена с большим количеством заплаты, аккуратной штопкой. Родители Тома заботятся о нем. Бледная кожа указывает на недоедание, выглядит расстроенным, он недавно плакал и... Глаза его красные. Порог развития Тома может объясняться плохим питанием матери во время беременности. Понял, принял. Как его зовут? Джордж Хёрст, сэр. Пропал, да? И что сказал полиция? Полиция, она мне не верит. Она сказала, что он просто меня бросил. Но это не так. Ну да, у него заботливые родители. Вряд ли они его бросили. Что произошло? И когда же ты видел его в последний раз? 3 недели назад. Он отправился на новую работу, но в этот раз он вел себя немного странно и злился. Странно? Это как? Странно? В чем? Он сказал мне: «Сынок, я нашел особую работу, не смей отсюда выходить». Думаю, что-то пошло не так. Так, 3 долгие недели. 3 недели, это долго. Каждый день я думал, что он объявится. И, кстати, я могу о себе позаботиться. Ну, допустим. Отправляемся туда. Хорошо. Назови свой адрес, Том. Дорсет-стрит, 12. Второй этаж, дверь Е. Она на Уитчепелле-стрит, сэр. Но мне нечем заплатить. А кто просит деньги, Том? Твое дело — это как раз то лекарство, в котором я нуждаюсь. Я скоро приеду к тебе. О, спасибо, сэр. Да ладно, не за что, господи. Мне не сложно. Тем более, как он сказал, это ему тоже понадобится. Мой архив, я всегда могу в нем найти что-то нужное. Угу. Так, комнатка. Изменение внешности, окей. Да, вроде и так нормально. Так, книжки. Так, одежда с похмельем. Доктор, бандит, священник, спортивный, повседневный, верхняя одежда. Давайте ее, почему бы нет? Выглядит очень даже хорошо. Мой лабораторный стол полезен в работе. Хорошо. Бедный ребенок. Холмс, вы должны ему помочь. Да, конечно, без проблем. Че? Я же не против. Славный Тоби. Лучший нос в Британской империи. Понял. Так. Угу, то же самое. Так. Записки вас на новых приключениях. Угу. Ну, в принципе, тут больше ничего интересного. Пошли. Ух ты, ё. Сразу как громко стало. Так. Угу. Так. Угу. О. Угу. Без проблем. Так, ты у нас можешь бегать, отлично. Норд Стрит. Извините, я занят, я не могу открыть дверь. Да ладно. Без проблем, чё. Так, а вот и Дорсет-стрит. Угу. Так, дверь 12, по-моему, да?
Даже меточка оставлена. Отлично. Так. Том, открывай. Подарки от Эльдорадо. Это наш дом, мистер Холмс. Да я уже понял. Крыша все время протекает. Папа постоянно ее чинит. Ну, и такое бывает. У Джорджа Херста была разная работа. Оказывается, он был трудолюбивым и ценным работником. Ну, трудолюбивым, скорее всего, а вот ценным это навряд ли. Не знаю, как мне кажется. Старые вещи, грязные и поношенные. Да. Старая одежда, что-то в кармане. Да посмотри, блин, карман, ну. Смерш, что ли? Клочок бумаги, ну. Что-то в кармане, клочок бумаги, ну. Посмотри. Наконец-то. Так. Пап, старый таборт. Норд-стрит. Клей, видимо, содран со стены. Так, счета, да? Херст заранее оплачивал счета, что давало Тому безопасность и хлеб насущный. Ну и отлично. Моя мама, сэр. Она умерла, когда я был совсем маленьким. А мой папа рассказывал о ней, ну и только. Соболезную. Мне жаль, Том. Моей мамы тоже не стало, когда я был совсем маленьким. Да, печальная история. Еда заканчивается. Прошло 3 недели со дня исчезновения Джорджа Херста. Что ж, вижу приготовление для крестьянской похлебки. Умное решение для того, кто не умеет готовить. Ну да. Так, книжка. Шерлок Холмс. А, так вот почему ты пришел ко мне. Ну да. Вероятно, Том читает по ночам. Так. Коллекция потертых книг и старых рук. Джордж Херст старался дать цену лучшее образование, которое мог позволить. Папа купил мне все эти книги, но он рассказывал... Чё? Но он не рассказывал, но я знаю, что ради них он вложил свое пальто. Ну, любящий отец всегда, типа, будет заботиться о сыне. Так, а что говорили, типа... Эти предметы помогут нам дальше, да? В расследовании. Хорошо. Так. А сумку можно осмотреть? Надеюсь, скоро найдете моего папу. Но я постараюсь. Так. Лестница наверх. Слишком темно, ничего не разглядеть. Ну вот, скорее всего, сейчас пойду. И понадобится свечка. Дай-ка свечку. Спасибо. Так. Несколько старых вещей. Коробка. Так, здравствуйте. Кожаная сумка, что в ней? Ну, сейчас узнаем. Записка. Привет тебе, Джордж. Я знаю, тебе трудно найти работу, и тебе нужны деньги на еду и одежду для сына. Поэтому прикрепляю листовку одного паба. Я слышал, что там сидит парень, который предлагает особенную работу. Возможно, тебе она понадобится, надеюсь. Удачи. Так. Отлично. Вроде тут больше ничего нету. Так, получается, нам сейчас надо идти в паблик. В паблик. Пап. Осмотри жилище Херста. Так, Дорсет-стрит выполнено. Узнать больше об особой работе. Ну, это понятно. Пап, старый таборт. Ты что-нибудь слышал о нем? Мой отец часто туда ходит. Но не пьяница, сэр.
Это рядом, на Норт Стрит. Отлично. Что я могу сказать, недалеко идти. Так, тут больше ничего нету. Вроде нет. Пошли. Что у нас тут интересного? То есть тут просто проход на другую сторону. Угу. Ладно. Так, а что это у нас за мальчуган такой? Добрый день, мистер Холмс. Неужели ты юный Уиггинс? Я как вижу у тебя новую работу, если это можно так назвать. Ненавижу это. Но если у вас есть нормальная работа для меня, чуть позже может понадобиться твоя помощь. Жди здесь. Без проблем. Это Джон, да? Ну да. Нужно, так, новострижившись, найти того, кто предлагает особую работу. Ну, давайте отсюда начнем. Отсюда я никого не подслушаю. Да в смысле, блин? Вот сидит мужик, подслушай его. Так. Угу. Понял. Нет, тот парень, что предлагает особую работу, никогда не пьет алкоголь. Угу. Ну и отлично. Значит, алкоголик отпадает. Равенство рабочему классу. Понятно. Рад, что я хозяин самому себе. И, пожалуйста, я могу только себе. Или Ватсону. Ну да, тоже верно. У человека, который предлагает особую работу, отличные бакенбарды. То есть отличные бакенбарды и не пьет алкоголь. Итак, у человека, которого я ищу, бакенбарды, он не пьет алкоголь. Ну да. То же самое я и сказал. Так, отличный бакенбарды, но он пьет алкоголь. Дружище. Ну, этого бакенбардов нету. А тут я могу кого-нибудь послушать? А, я понял. Нет, ну это не ты, это понятно сразу. Получается, ты? Привет. Ну да, он сразу садится на стул. Угу. Бакенбарды. Так. Усы бакенбарды. Ой, борода бакенбарды. Так. Напиток, вода. А, ну да. По-видимому, этого человека я ищу. Угу. Главное ничего не пропустить. 30 минут спустя. А куда это ты пошел? Пропажа. Так. Нормальные текстурки. Полуха просто нет. Любопытно. Пропавший человек, нужно узнать побольше. Так, в начале октября мистер Джош Стоубридж исчез с Дорсет-стрит. При загадочных обстоятельствах, если у вас есть информация о нем, свяжитесь с миссис Стоубридж. Дорсет-стрит, дом 5. Заранее благодарим за... что? За любую помощь. Ну, конечно. Так.
Видишь того джентльмена? Мне нужно, чтобы ты проследил за ним, а потом рассказал мне все. Без проблем. Понял, мистер Холмс. Так, давай иди. Ну куда он исчезнет? Я еще тот детектив. Привет. Не-не-не, меня тут нет, можешь даже не смотреть. Так, оценка. Угу, полиция. Они меня не пропустят. Нужен другой путь. Да вон слева там, переулок. Побежали. Пока не пропал. Угу. Прячься, ты чё? Иди. Возьми щетку и действуй. В смысле? Офигел, что ли? А, ребята из банды задир. Лучше уйти с их пути. Ну да. Зачем нам лишнее внимание? Глупый ребенок. Слышь? Я смогу продолжить слежку, если влезу в трубу. Но это опасно. Ну а что поделать, блин? Прекрати плакать и займись делом. Пожалуйста, не нужно его бить, я сделаю это. Я почищу трубу. Да. Поехали. Подъем. Так. Угу. Все, полезли дальше. Да в смысле красный легкий, блин? Мы кочегары, мы не плотники. Пара-па-пара-па-па-пам. Простите. Давай. Нормально, успеем. Должен. Давай. Отлично. Все. Полез. А, чуть осталось. А, отлично. Видишь, доброе дело сделал. И следить продолжил. Он еще здесь. Какое счастье. Ну, куда он идет? Так. Давай. Угу. Да в смысле сворачиваешь, блин? Давай. Пополз. Только не падай. Все нормально, держим. Отлично.
Прям вообще беспалевная. Так, кого тихо? Никуда не пропадет. Вот эта моська наглая. Так, давайте перепрыгнем. А, то есть он спускается, окей. Привет. Да тихо ты, ну. Так. Поехали. No place to hide here. We'd better go through the yard. Так, подожди. Оглядываться будешь? Эй. Дурило. А, погнали. Так, через двор, да? Oi, what are you doing in my garden? Угу. Вообще ничего не боится. Ни собак, ничего. Ну да. Вдруг там капкан кто-нибудь поставил и пипец вообще, блин. Ну давай, давай. Так. Сразу же укрытие. Спрячься ты, ну. Кого ты там заметил? Кого тут не было? Скрытный тип какой, а? Что ж там задумал такое? Здрасте. Пацан, ну-ка. Пиш. О, я знаю этого мальчика. Он чиселщик Джим с Чембер Стрит. Он немного... Чё? А, он не мой. Окей. Эй, Джим, можешь одолжить мне свой набор? Я на секретном задании для мистера Холмса. Угу. Понял. Да. Так, нет. Иди, иди отсюда. Фу. Так, а что делать? Да в смысле скорее, блин. Тихо там. Развинился тут. Понятно. Ладно. Зачем обучать этому, действительно? Тихо. Блин, вот собачки мне вообще прям не нравятся. Ну вас нахрен. The weather's good. Last week was freezing. I'm praying it doesn't get cold again. I've no money for coal. Так. I can't lose him now. Отлично, успел. Главное, успел. Угу. Приехали, да? Ну, давай. Фига себе, хоромы, блин. Интересно, что там во дворе? Ну, сейчас узнаем, не просто, что так ты приехал. Та-дам, 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 та-дам. Так. Еда. Сумки с едой. Мне нравится этот дом.
Ну, блин, камон, не может не нравиться. Здесь живут только двое. Жаль, что один из них не я. Угу. Может, посмотришь, кто там второй? Раз они так дорого-богато живут. Так, здравствуйте. Вау, куча ценных вещей. Ну да. Ну и оружие есть, как бы, так что ты там давай это поаккуратнее. Герб. Он может пригодиться мистеру Холмсу. Я его зарисую. Давай. Нужно рассказать все мистеру Холмсу. Пора выбираться отсюда. Угу. О, добрый день. Слишком опасно заходить. Ну так ты проверь дверь, может, блин, просто открыта или закрыта. Типа, не обязательно заходить. Я не могу заглянуть внутрь. Понятно. Я не могу заглянуть внутрь. Да ты смеешься, что ли, ну? Давай так тогда. Слишком опасно. Нужно сказать все. Да, 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 да. Все, вылезаю. Успокойся. Все. Доволен? История Уиггинса довольно необычная. Что будем делать с тем, что он обнаружил, Холмс? Ну что, расследовать, блин. Уиггинс проделал хорошую работу. Так, и типа еще дальше. Рисунок герба сделан Уиггинсом. Угу. Я рад. И что теперь? Расследовать исчезновение отца Тома. Угу. Помочь бедному Тому. Да я с радостью, но как, блин, типа, что мне с этим делать? Проверить герб. Чё? В смысле? Мысля. Да хрен знает, в каком году газеты. А, газеты, энциклопедию. Ботаника, экономика, искусство и архитектура. Так. Угу. Так, ну тут не то. История. Не то. Медицина, ботаника, технологии. Да нет, нет ничего. Газеты. Так, исследования. Химии, яды, токсины, раны, травмы, знаки и символы, значки, медали, единоборство. Знаки и символы? Так. Во, английские гербы. А вот он и есть, семья Марш. И это человек лорд Марш, а лорд, который вертится что-то там. А, нанесем визит лорду Маршу. Угу. Без проблем. Мистер Холмс. Так, скажите ему подождать. Боюсь, это невозможно. Это юная леди отказывается ждать. Что? Папа? Кейтлин? В смысле? Школу, интернат мисс Кейтлин затопила. Ага. Бог мой, как же тебе удалось так быстро вырасти? Ты останешься. Куда бы нам тебе веселить? Угу. У тебя новое дело? Чё, воспитательная леди, которые шантажируют? Так. Ага. Охренеть, блин.
Но Ватсон будет ревновать. Ладно, тогда развлекайтесь. Я пойду разберу вещи, пожалуй, помогите мне, мисс Хадсон. Ну, блин, я бы так не сказал, слишком шумная. Она меня раздражает. Давно у Холмса появились дети? Что странно. Я к такому был не готов. Че за хрень? Английские гербы, так. Ага. Ну-ка, пойдем спросим у Тома. Может, он знает что-нибудь. Мне нравится, как в этой игре загрузки сделаны. Так, Томми, ну-ка, ага, понятно, ладно. Да, поехали к дому Марша. Холмс, по поводу Кэтлин. Что? Она подросла, не так ли? Вы не думаете, что пора ей рассказать? Рассказать о чем, Ватсон? О ее отце. Никогда. Точно никогда. Вы слышите меня? Холмс, вы виноваты в смерти ее отца. Вы что, задолжали ей правду? Она достаточно взрослая. Я ее потеряю. Разве вы не видите? Она не должна узнать, Ватсон. Это понятно? Холмс. Это не может и должно случиться. Чего? А, это не может и не должно случиться. Так, окей. Come in, please. Входите, пожалуйста. Так, погнали, погнали. И хрена себе, это сколько там суммы. Добрый день, джентльмены. Добро пожаловать в мой дом. Чем я могу вам помочь? Добрый день, лорд Марш. Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой друг и коллега доктор Ватсон. Здрасте. То красные глаза, плохо себя чувствует, недостаток сна. Значит, я сомневаюсь, что у него недостаток сна, если он сидит типа там, типа под одеялом в каком-то кресле вроде как. Ну, давайте плохо себя чувствует, ладно. Так, золотое кольцо, стоятельный. Одеяло. Болен что-то скрывает. Но нет, ну болен. Типа. Рука, чай. Пилюля. Угу. Сильная боль утоляющая. Вот. Это доказывает то, что он болеет. Подожди, ноги. Нет. Угу. Блокнот. Отличный помощник лорда. Рецепт блюда. Наверное, личный помощник. Так, дальше. А не он ли сидел в пабе? Так, член охотящего клуба. Угу. Здрасте. Стетоскоп, врач. Портрет персонажа создан. Угу. Так, отлично. Я не помешал? Надеюсь, мы вам не помешали. Вы сейчас с доктором? Да, это доктор Рубин Фишер. Но не важно, пожалуйста, я заинтересован в вашем визите, мистер Холмс. Рад это слышать. Последнее, чего мы хотели, это осмотреть вас. Лорд Марш, могу признаться, что восхищен вашими усилиями.
А, да, это война, которую мы должны выиграть. Она на наших улицах, и теперь в моем доме. Вы, конечно же, заметили те сумки с разными вещами. Одежды и книгами для несчастных. Угу. Это воодушевляет. С своей стороны, я тоже стараюсь помогать нуждающимся. Думаю, возможно, я бы мог вам помочь. Почему бы и нет? Я уже получаю весьма ценную помощь от доктора Фишера, моего лечащего врача. Угу. Это удивительно, но ваше лицо кажется мне знакомым, доктор. Только почему-то оно ассоциируется с Уайтчепелом. Превосходно, вы правы, я действительно иногда посещаю там пивные. Можете себе представить? Не то чтобы я был пьяницей, но там, в одежде рабочей, я могу подойти к некоторым парням и спросить, не желают ли они сделать кое-что особенное. Особенное? Могу я спросить, о чем это вы? Конечно. С того момента, как лорд Марш начал программу специального обучения в 1889 году, он предвидел, что такие люди понадобятся какая-либо помощь. Так? Это дает несчастным людям шанс помочь сделать Лондон лучше. Это замечательно. Да, точно. Чтобы видеть истину, нужно не только смотреть, но и понимать. А лорд Марш верит в это из самого детства. Доктор Фишер романтизирует все это. Давайте закроем тему. Угу. Прошу прощения, лорд Марш, но вы очень бледный. Могу я предложить услуги доктора Ватсона? Это очень болезненно. Чё, любезно с вашей стороны, но я уверен, что типа ему станет лучше. Как долго у вас? В порядке, доктор? Ага. Дружище, в таком случае, зачем вам такое сильное обезболивающее? Простите, вы о чем? Мистер Холмс имеет в виду пилюли на вашем столе. Простите, но это врачебная тайна. Ну да. Всем этим беднякам. В прошлом году трое сирот поступили в колледж. Ага. Благодаря лорду Маршу и его программе специальной подготовки многие бедняки получают в своей жизни второй шанс. Отлично, чё. Лорд Марш на охоте с друзьями. А, мои дорогие друзья, лорд Коллинз и лорд Харрингтон. Не будь этой дряни английской болезни, я бы сейчас был с этими... Пройдухами. Всему свое время, мой лорд. Так, лорд Марш, вот список избранных участников для программы специальной подготовки в октябре. Выглядит многообещающе, не могу дождаться. Так, Патрик Тейнер. Я не слышал об этом. Так, Томас. Ага, Джон Строубридж. Я видел это имя на листовке. Он разыскивался. Погоди, в смысле? А это не отец этого Тома? Я не вполне понимаю, осознаете ли вы число людей, которые обязаны вам жизнью? Не смешите меня, мистер Холмс. Но верно то, что эти люди стали для меня чем-то вроде семьи. Это очень большая семья, как мне кажется. Можно нам взглянуть на список? К сожалению, но это невозможно. Это секрет. Я на этом твердо настраиваю, мистер Холмс. Я вас понимаю. Мы, разумеется, сделаем пожертвование на вашу образовательную программу. Угу. Ну а теперь мне пора идти. Благодарю вас обоих. Желаю всего доброго, джентльмены. Взаимно, мистер Холмс. Так, все-таки что-то он скрывает. Еда предназначена для бредняков Уайтчепела. Угу. Лорд Марш помогает даже клиникам. Блин, что-то он скрывает, типа, ну, не может такого быть.
Никогда не видел столько еды для бедняков, тем более не в доме лорда. Получается, что лорд Марш потратил немало денег для помощи беднякам. Получается так. Так, гуманитарная помощь для чего? Для сирот. Помощь для беднякам из работного дома. Закрыто. Так. Закрыто. Заперто. Так, ну наверх я не смогу пройти тут вещи. Ладно. Говоришь, пора, да, тебе? А мы сейчас обойдем дом. Так. Надо с Ватсоном поговорить. I'm intrigued by the special education program. Блин, ладно. Прям вообще бесполезный. Пока их там программа заинтересовала, мы как раз посмотрим, что у нас тут. Закрыто. В окна тоже, да, не можешь? Ладно. Так, получается, просто выходи, да? Никакой нужной информации мы толком не получили. Обидно. Ладно, пошли. Так. Уайчапел Стрит. Дом Хёрста. Бейкер Стрит. Дом Хёрста. Где-то я что-то упустил. Но не отказывается рассказывать о подробностях. Особенно о работе Хёрста. В смысле? Подожди-ка. Так, особая работа, упомянутая Джорджем Хёрстом, никак не связана с программой специальной подготовки. Да нет, связана. Так. Ну, тут вообще ни при чем. Исчезновение. Один из участников программы специальной подготовки исчез. Исчезновение, клуб. Странно, ладно. Поехали дальше. Так, Томми, дружище, может, я у тебя реально что-то оставил, типа, потерял, не знаю, не досмотрел. Может, сейчас в пап надо будет, кстати, сходить. Так. Список участников. Ага. В смысле, подожди. Специальная подготовка для пеньков, возможно. Спросить. У него же надо, типа, было спросить. Блин, а. Так, ладно, поехали тогда обратно. I won't disturb Lord Marsh without a reason. Без причины. Ага. Тогда у кого мне спрашивать? У Ватсона?
Приехали, да? Ну и отлично. Так. Holmes, we need to help poor Tom. Ты лучше мне ответь. Что мне вот с этим делать? Спросить. Кто-то у нас слепой, походу, да? Может, ты что-нибудь скажешь? Песик. Ну, песик. Блин, а? Пум-пум-пум. Блин, что-то я понять реально не могу. Но тут больше ничего нету. Ага. Подробности отказываются рассказывать. Так. Исчезновение. Один из участников программы специальной подготовки исчез. Да тихо ты, ну. Ждем. Выбор. Клуб Лорд Маш с компаньонами члена знаменитого. Чё? Знаменитого охотничьего клуба. Угу. Термейн. Блин, а тут интересно, типа, ничего нету. Томми, ну-ка расскажи, что там отец тебе говорил. Мистер Холмс, вы что-нибудь знали о моем отце? Том, не так быстро. Я хотел спросить, ты не помнишь, твой отец говорил что-нибудь о программе специального обучения? Программа обучения? Нет, но только говорил об особой работе. А, он только говорил об особенной работе. Что это за ящик, Том? О, точно, я только что его нашел, мистер Холмс. Он был так хорошо спрятан, не знаю почему. Отлично, мой мальчик. Он может нам помочь в расследовании. Ну вот, давай посмотрим. Так, ключ. Так, для чистки чего? Для чистки оружия? Винтовки. Вот это же настораживает. Вульфджек, так. Этим маслом смазывают оружие. Том, у твоего отца было оружие? Оружие? Нет, если бы было, он бы мне показал. Уверен, что он не стал бы показывать себя. Мне нужно найти оружие. Так. Ведро. Вязкая жидкость. Масло. Так, и чё? Этим куском ткани смазали ружьё. Еще что не было? Нет, по крайней мере, я не знаю. Отлично. Так, значит, мне теперь надо обратно убрать собаку и ехать сюда. Так, дружище, погнали. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson, I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Окей, навести. Без проблем. Что-то я не понял. Да, собака идет. Так, ладно, пофиг.
can I do for you, Mr. Holmes? Да вроде пока ничего, ладно. Так. Собакин. Так, погнали. Ищи, Тоби, ищи. Ну, поехали, чё. А, то есть даже так, да? Угу. Понятно. Вот так физика игры. Так, давайте тут сначала, потом уже туда пойдем. Ну, тут нет ружья, типа, даже если оно было тут. Так, садовый сарай. Угу, сарай. Пошли, ну пойдем. Да вы издеваетесь, что? Не понял шутку юмора. Ладно. Что у нас здесь? Да тихо, тихо ты. Слышал я уже. Brave Toby, best nose. Отлично. Ключ, который мы нашли, тоже подходит. Так. Фига себе, тут шахта, конечно. Катакомба. Ничего интересного для меня. Так. People use this cellar for storage. Pile of rubbish. Груда мусора. Так, стой. Тут нет ничего. Ну, это понятно, что они здесь. Бочки, оружия нету. Ordinary storage. Угу. All things. Старьём. Так. Ну да, и прям дверь не выделяется, ага. Tom's photograph. Фотография Тома. Ну да, ну да. Так, вставить, выбрать чего? Чего? Что-то вообще прикол не понял, ладно. Так, что у нас тут? Также просто мусор. Угу. Сумка, так, бумаги какие-то. Сравнивает список с тем, что мы нашли ранее. Так, ага. Специальной подготовки, исчезновения. Плакат, так, в розыске.
Сравним их с теми, кто так указал, что. Да, так. Так, нет. Нет никого. Роберт. Роберт Томас. Так, Томас. Уильям. Ага. Так, все, я понял. Окей. Томас. Так. Степл. Угу. И Патрик. Так, здравствуйте. Все люди из документов Марша отмечены и подписаны в бумаге Джорджа Херста. Угу. Группа Б, группа С. Кровь. Группа С. Так, искать в архиве. Угу. Дорогой Том, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. Мне жаль, что все закончилось вот так, но у меня не было иного выхода. Ты должен об этом знать. Ты очень смышленый мальчик, и я тобой горжусь. Надеюсь, однажды ты меня поймешь и сможешь простить. Сынок, я очень тебя люблю, не печалься и постарайся быть счастливым. Ты станешь взрослым, и это произойдет скорее, чем ты думаешь. Ты не останешься один. Мы с мамой будем присматривать за тобой с небес. Твой любящий папа. Так, блин. Значит, они просто похищают людей, да, тупо? Дорогой Джордж, я понимаю тебе и... Чего? Я понимаю тебя, и это так печально. Как и ты, я не могу найти работу, даже самую простую. Моим детям нечего есть. Так, когда я пытаюсь куда-то устроиться, хозяева сразу говорят, что не желают, чтобы люди с травмами работали на них. Наша военная служба ничего не стоит. Наша страна использовала нас на войне, а теперь бросила нас. Ну, как обычно. Никому ничего не надо. Угу. Твой друг Джек. Так. Патроны. Угу. В этом кейсе, наверное, было полно патронов. Приказ именем ее королевского величества королевы Виктории Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Я Фредерик Рассел Бёрнем. Причем майор британской армии, объявляю, страна выражает благодарность Джорджу Херсту, честному солдату. Меня одного вот эти вот пробелы смущают. Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии за его храбрую военную службу. Британская армия настоящая... Че? Настоящим? Чего, блин? Серьезно? Награждает его медалью за безупречную службу и принимает отставку в связи с ранениями, полученными во время службы. Так. Отлично. На стенде что-то было. Но оружие, скорее всего, да? Естественно. Здесь была винтовка. Джордж Хилл сдал ее с собой. Угу. Угу. То есть именно где-то вот тут. Карта леса Эппинг. Веревка. Так, подожди. Получается, сейчас надо найти вот этот значок, да? В архивах. Ага. Смотрите подвал Хёрста. Так я же уже осмотрел.
может, что-то опустил. Так, так, нет, ничего тут нет. Бумаги недосмотрены. Так, понятно. Угу. Отрывки новостей про лордов и образовательную программу. Зачем они здесь? Ага. Осмотреть. Все. Погнали. Так, теперь, получается, нам надо найти значок. В архив сейчас как раз залезем. Так, архив. Знаки символом. Армейский значок. Символы. Вот. Очки медали. Вейджек, так, наполовину волк, напоминающий заяц. Чё, наполовину заяц? Так называли себя скауты Ловата. Ловата. Скауты Ловата официально были первыми отрядами снайперов британской армии. Угу. Так. Так, ну узнали, что он скаут, и что дальше? Чем нам это поможет? Один в карте. Лиса. Пригодится. Да, 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 да. Ага, то есть тут не найдем, да, ничего по карте. Так, значит, надо будет в Домхёрстом. Угу. Так, прощальное письмо. Ранение. Подготовка исчезновения скаута. Подготовка к чему? Перед исчезновением Джордж Хёрст подготовил оружие, чтобы взять с собой. Ага. Скаута. Так, некоторые из имен списком. Угу. Отлично. Так, исчезновение, да. Кого, чего, чего? Все участники программы специальной подготовки из группы S исчезли. S, это у нас просто как группа типа людей идет, или как группа крови у них? Что-то я не совсем понимаю. Совая работа Хёрста. Ранение, скауты, подготовка. Статья в газете, прощальное письмо, список этих бедняков. Так, ранение. Угу. Газетная статья о лорде Марше. Так, нет. Сильное письмо, список бедняков. Ага. Не-не-не, почему нет связи? Чё, какая связь? Так, заинтересован.
Джордж Хёрст проявит интерес к программе специальной подготовки, но и только. Джордж Хёрст собирал сведения о бедняках и лордах, связанных с программой специальной подготовки. Скорее, наверное, вот это. Так. Знал о некоторых исчезнувших людях, участвующих в программе специальной подготовки. Ну, скорее всего. Что у нас еще есть информация? Прощальное письмо. Ранение. Угу. Прощальное письмо. Отказ. Ранение. Подготовка. Насилие. Особая работа Джордж Хёрста, несомненно, связана с насилием, поскольку он взял с собой ружье. Но, скорее всего, да. Так. Ранение скаута. Британская армия. Так, возврата нет. Джордж Хёрст знал, что у него нет шанса вернуться с особой работы, поэтому он написал прощальное письмо Тому. Последний шанс. Джордж Хёрст написал прощальное письмо, но он не отдал его Тому. Есть шанс, что он еще жив. Ну, скорее всего, да. В целом мог знать, да, то, что не вернется. Ранение. Отказ. А тут уже ничего не связать, типа. Ранение. Нет, бред. Тут уже ничего не сказать. Дальше погнали. Так, Томми, мальчик мой, скажи мне что-нибудь. Надеюсь, вы нашли... сможете найти папу. Так, ладно. Ну-ка. Так, ну тут нет ничего. Где считаю, что нужно сделать? На складе опять? Я понять не могу, что с картой с этой делать, типа. Мы нашли ее на складе, так. Это что-то связанное с лесами там какими-то. Ну, типа, что? Сейчас пройдемся по той дороге, где собака проходила. Может, все-таки что-то упустили. Так, ну тут нет ничего. Подождем. Так, ладно, погнали дальше. Угу.
картам. Эйпинга. Сайпинга. Ага. Леса Эйпинга. Без причин. Так, давайте сходим в паб. Так, тут мы проходили через дом. Поехали тут. Bosses beware. When we're screwed, we multiply. Well, well, sweet slumber after a hard-working day. Ну, это нормально. On my pillow, my analysis table. It's useful. My archive. I can always consult it if needed. А где Ватсон? Изменить внешность? Нет, внешность мне сейчас такая нормально. My archive. I can always. A map of London and its surroundings. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. Ну так ты постучись. Сложно. Где, блин, Ватсон? Что-то я понять не могу. Ну, типа, серьезно. Испугал, блин. Так, тут нет ничего. Ну, допустим. Кажется, тут все ничего такого нету. Если же сделать так, то тут ничего не появится, да? Связь есть. Так. Армейский значок. Ну, я узнал про него. Что дальше? I won't disturb Lord Marsh without a reason. Я не стану беспокоить Лорд. Так. Ладно.
Дружище, подскажи мне, а? Ты серьезно, блин. Книжка. Блин, а? Где же я чего выпускаю? Old clothes, soiled and worn. Поношенный, так. Угу. Не знаю, куда при улики применить, блин, так еще и Ватсон пропал. Ну, отлично. Не беспокой его. Без причины. Chapel never changes. Dirt and beggars everywhere. I couldn't pay my rent last week. Pumpkin, cabbage, cheap. New Street. А, шаолинское кунг-фу, это круто. Не, ну типа бегать просто по городу, осматриваться, это тоже, как помню, бред. Стена. Дом Херстон, Бейкер Стрит, старый паб. Тут был. Марша сейчас нельзя беспокоить. Блин. Не люблю, когда в играх вот так вот, типа, просто идешь по этим, по уликам, потом херакс, и все. И стоишь на месте, блин, думаешь потом минут 10-20, блин. Блин, где Ватсон? Мать вашу. Да. Well, well, sweet slumber after a hard working day. Ну, прямо обработался. On my pillow. A map of London and its surroundings. Может пригодится. Useful.
Да мне бы сейчас она как раз пригодилась бы. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. My archive. I can always consult with it if you need. Готов. Так. Список участников программы. Рисунок герба. Угу. Так, но это не то. Может, ну, очень помочь. Угу. Он говорил, что беспокоится о его здоровье, типа Марша. Типа хочет проверить, да? Последние его слова. Может, имеется сделать пожертвование. Так. Угу. Не только говорил так. Угу. Угу. Сходи навести лорда, ну. I won't disturb Lord Marsh without a reason. Без причин. А в смысле без причин, блин? Ватсон пока их там будет отвлекать, осматривать, а ты там что-нибудь сделаешь. Ну. Так, ладно. Давайте уже разберемся с домом. Сейчас. И пойдем осмотрим подвал, потому что что-то реально напрягает эта вся затея. Осматриваем все нахрен досконально. Идем уже тогда к этому складу. Да, я. Так, старые вещи. Угу. Так, поехали к складу. Ничего делать. Ничего интересного для меня. Так. Отлично. People use this cellar for storage. Угу.
This case must have been full of cartridges. This case. То, что полно патронов, это и так ясно, блин. Осталось-то всего два. Тут осмотрено. Тут не осматривается вообще. Единственное. Типа тут лежит просто коробка. Почему только ее можно осматривать? Карта Эппинга. Мать твою за ногу, а? Типа, просто остального быть не может нигде. Я именно что-то где-то здесь пропускаю. Либо здесь, либо у дома у них. Не здесь. А вот тут вот что такое? Несколько старых вещей. This cellar for storage. Так, и что мне это дало? Серьезно? О, господи, мать твою. Мне сейчас мозг, блядь, взорвется. Серьезно. What are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. О, ты же сам хотел помочь. Так что не возникай тут. Закрыто. А дверь?
А дверь мы сейчас будем взламывать, да? Так. А-а, много. Да, тройка, тройка. В смысле? Место для отмычки. Че? Подожди. Перейти к замку. Убрать. Вот. Вот. Это же другое дело. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. Ну да, он, у него-то хорошая работа, блин. А ты приколись, даже не смог нормально это пробраться тихо, ну. Так, книжка. Угу. Дорогой лорд Коллинз, мне ясно, что мы можем многое узнать об управлении империей от тех людей, кого знали... кого загнали в нищету. Эти люди, которых мы оставили терпеть лишение и голод в тени наших городов на родине и за границей. Лорд Марш. Так, сразу же на место нахрен. Тихо. Так, тут она была. Так, письмо. К этому дню и при моей поддержке программа специальной подготовки спасла более 2000 человек от смерти точной канаве и подняла их до того уровня, на котором они смогут трудиться и поддерживать основы нашей процветающей империи. Во многом это произошло благодаря мудрости и дальновидности лорда Марша, самого прогрессивного и умного политика. Он провел большую работу, успешно игнорируя критические замечания и препятствия, чинимые его высокомерными коллегами, которые так упорно настаивали на своем. Все, нахрен. Так, дорогой лорд Марш, благодаря программе специальной подготовки моя жизнь совершенно изменилась. Не знаю, как вас благодарить, поэтому выбрал для вас этот цветок. Спасибо. Ага. Здесь можно спрятаться. Угу. Так, герб. Компас. Так. Лорд Марш. Ага. Искусный охотник. Буйвол тигр. Так, допустим. Картина криво повешена. Печатки. Сейф. Здравствуйте. Посмотрим, легко ли взломать этот сейф. Доктор, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Mr. Holmes? What are you doing here? Ой, как глупо, а? Will you break anything else? I'll try my best.
Окей. А двигаться будем? Спасибо. Вообще бесполезно. Подожди, девятка? Десятка. Блин, ты серьезно? 22. Правильно? Отлично. Так, письма. Так, я обожаю всех этих бедняк. Они для меня так... чего? Как глоток свежего воздуха. Общаться с ними сплошное удовольствие. Они очень умны. Не то, что мы. Возможно, это им стоит стать лордами, а нам быть их последователями. Угу. Так. 7 ноября, значит, встреча назначена сегодня. Дорогой лорд Марш, 7 ноября мы встречаемся у дуба Гранстон. Прикрепляя карту к этому письму, вы легко найдете нужное место. Лорд Коллинз. Вот и карта. Так. Все. Попробую что побраться. Так, все. Ты как бы это, следы не будешь заметать? No? Действительно, зачем? Предположу, что ваше недомогание, вероятно, это больше, чем простуд, лорд Марш. А где сейчас ваш компаньон, доктор Ватсон? Он занят тем, что сует свой нос не в чужие дела, я полагаю. Это что было? Мой лорд, простите, что прерываю, но я вынужден напомнить вам о встрече. Уже пора? Мои извинения, доктор Ватсон. Но нас ждут в другом месте. Вас подвезти? Вы уходите? Вряд ли это мудро в вашем состоянии. Ценю ваше мнение, но страдания не знают отдыха, и я нужен. Хорошо, только позаботьтесь о себе, лорд Марш. Я пришлю вам ваш диагноз, доктор Фишер. Спасибо, доктор Ватсон. Прощайте. Это же ведет вообще с другой, да? Окей. Настоящий лават.
Так, ну-ка. Если же построить его чуть иначе. Вот, тут уже что-то другое. Отдельный интерес. Последний шанс. Не, ну тут не тот. Вот тут три сразу связываются. Я понять, почему вот это вот не связывается. Ладно. Так, значит, мне сейчас нужно найти карту, правильно? Платов Марша. Так, на исследование давай. Ватсон, что вы делаете? Нужно проверить одну вещь касательно лорда Марша. Отлично, ладно, давай проверим. Моя интуиция подсказывает, что лорд Марш скрывает нечто, связанное с болезнью. Его кашель в сочетании с лихорадкой и применением сильных обезболивающих наводит на мысль, что он серьезно болен. Рассмотрим его поближе. Так. Если нас с крошечными каплями крови. Что это так? Образец рассмотреть под... На этот образец. А хрен знает какие. Типа, а что добавлять-то? Ну. А. Пипетка. Так. Ну давай. Вот это. Я хрен знает. Окей. Образец. Нетипичные элементы. Ну вот, нетипичные элементы. Микробактерия. Значит, лорд Марс серьезно болен? Угу. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Так, как я и боялся, Лорд Марш страдает от туберкулеза. Yes, I do say. Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. Interesting. Как интересно. But why? Но почему? Why indeed? Действительно, почему, Ватсон? Но бог мой. Вы же не можете. Вы же не думаете, что лорд Марш подхватит туберкулез, подхватил туберкулез от бедняков. Какой ужас. Мне нужно на встречу, которую я не могу отменить, Холмс. В моё отсутствие, пожалуйста, будьте очень осторожны. Да без проблем. Эта болезнь очень заразная. И не забывайте, что у вас в доме женщина. Спасибо, мисс Элис. До скорого. Увидимся, Кейтлин. Где ты была? Наша соседка одолжила мне книгу. Она такая добрая. Думаю, ты ей нравишься. Ха, сомневаюсь. Как твое расследование? Продолжается. Дракула? Да, ее запрещают читать в моей школе. Ты знал? Так. Не могу дождаться рассказать об этом друзьям. Так, подожди. Мне сейчас нужно найти... Вот, дуб. Газета. Исследование. Раны, травмы, знаки, яды, токсины, химия, значки, медали, единоборства. Нет, это не то.
Не-не-не, давай дальше. Энциклопедию. Медицина. Ботаника. Ага. Дуб. Гранстон. Вот. Странное таинственное дерево, выросшее в лесу Эппинг. Вот. Вот. Так, лесу Эппинга. Это место отмечено на карте Джорджа Херста. Угу. Да. На карте не желаете посмотреть, где это находится? Ага, вот. Так. Так, сейчас подождем. Значит, прямая идет на три развилки. Ага. Гринах. Так. Here it is. Отлично. I need to hurry if I want to find out what's going on in the forest. Ну вот и отлично. Father, пап, тот мальчик Уиггинс, он часто сюда приходит? Иногда он помогает мне в некоторых делах. Почему ты спросила? Я бы с ним поболтала. Поболтала с ним? Папа, в моей школе только девочки, и они такие скучные. Уверена, Уиггинс знает много увлекательных историй о Лондоне. Это будет так романтично. Окей, это я считаю, тебя знаю. Ты напугаешь его. Ага. Ты так думаешь? Мне нравится. Окей. Я сейчас уйду. Надо было, наверное, растерянно как-то сказать. Все. Карта. Приглашение. Отлично. Ага. Последний шанс. Так, а если так? Нет, ничего, да? Ага. Так, отправляйтесь в Ли Слейпинг. Конец доступа. Отлично, ладно. Ну, тогда поехали в Ли Слейпинг. Так, вот тут вот что такое на карте. Ага. Вот, Ли Слейпинг. Как раз что нам показывали в самом начале. Угу. Попали? Да. Справа кровь. Смысле? Я понял. Да ты серьезно, а? Как же ты вовремя? Валон. Давай, давай, спрячься. Угу, понятно.
Отлично. Дальше. Отлично. Отлично. Нормально. Он был беден. Этот человек убил недавно. Тело еще теплое. Найдите его, мальчики, найдите. Серьезно, еще и собаки. Укрытие. Не успел. Давай, давай, давай. Укрытие. Угу. Молодец. Лучший. Серьезно. Не успел. Отлично. Ага, до свидания. Запах болота заросли. Давайте в болото. Вал, нет. Крутя. Дальше. Укрытие. Подожди, а... Что-то я не совсем могу понять. Стой, 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 стой. Да. Укрытие, укрытие. Угу. Иду укрытие, тут хер дойдешь. Ясно. Понятно. Используйте режим детектива, но так, находясь в укрытии, чтобы... Угу. Ага. По прямой до камня и направо. Да-да-да-да-да. Угу. Камни направо. Так. До куста и вправо. Ладно. Вроде так. Да спрячься ты в укрытии, ну. Отлично. Так. До камня. Пошли. Там он дом какой-то. Пошли в него. Чуть-чуть вправо. Тихо, нет. Тихо, живи. Прячься. Отлично. Так, до дерева. Угу.
А походу до этого дома не добраться, да? Ну да. Так, мне получается вон туда. Пошли сейчас до укрытия. Угу. Так. Вроде как. Вот так. Нет. Угу. Молодец. Гений. Просто. С самого начала, да? Нет. Отлично. Уже. Хорошо. Так. До камня. Так, там справа. Блин, там труднее будет. Пошли тут. Хрен бы с ним. Да вот ну куда? Господи. Ладно. Влево, там по прямой, да? Погнали к камню. Нахрен этот путь. Дебильный прям просто. Сейчас. Ага. Да. Угу. Так. Левее. И по прямой. Отлично. Так, левее и по прямой. Нахрен иди. Для дерева. Отлично. Тихо, тихо. Хорош. Давай, давай, давай. Еще одно тело. Он был убил выстрелом в лоб. Кто это? Харрингтон. Угу, понятно. Мое состояние ухудшается, надо перевязать рану. И как раз неожиданный домик, да, такой? Ну да, ну да. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. This will help to dress my wound. Спрятаться. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Erst from the First Lovett Scouts, here to deliver justice. Так вот, чем дело. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless. Для вас бесполезен, но может быть опасен. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man,
So you won't see me begging, you festering wretch. Prepare to meet your maker. I should decide what to do before leaving the cupboard. Смысл нужно решать. Так, и что решать? Последний шанс. Тут не идет так. Ага. Тело бедняка, тело лорда. Месть. Чё? Подожди. Так. Кто-то охотится на бедняков лордов, которые связаны с программой специальной подготовки. Чё? Подожди. Личные мотивы. Джордж Хёрст хочет убить лорда Марша, объявив его виновным в своих собственных ошибках. Собирается взять правосудие в свои руки и привести в исполнение в отношении лорда Марша. Месть. Так, мистер Хёрст охотится. Джордж Хёрст охотится на бедняков и лорда в лесу. Вряд ли. Охота лордов. Лорд Марш с приятелями охотились на бедняков в лесу. Вот это, скорее всего... Марш охотится на людей. Лорд Марш с приятелями охотится на людей, участвовавших в программе специальной подготовки. Джордж Хёрст хочет лишь отомстить за жертв. Обвинить лорда Марша? Ага. Под прикрытием благотворительности охотится на бедняков. Отправить лорда Марша под суд, где он скоро умрет от туберкулеза. Отправить лорда Марша... оправдать лорда Марша. У Марша... У лорда Марша нет шансов на выздоровление от болезни. Позвольте ему умереть дома в тишине, размышляя о своих преступлениях. Да. Джордж, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, my. An almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live, and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. Mm-hmm. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad! You're both mad! Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. Ах ты, больной ублюдок. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. Нет. Я его не буду убивать. Мистер Хёрст. You've already served brutal justice to Lord Harrington, and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. Отлично. Так, найден улик 18, 76%. Угу. Да, принять версию.
Да, я согласен с таким. Не, прям страшно, что там происходит. Yes. Well done, Watson. Holmes, you're playing bowls indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowls. Lawn bowls. Серьезно, с вашими ранениями? Нормально. No. Мисс Хадсон вас убьет. Пожалуй, на этом закончим. Пора идти, присоединись ко мне. Вы неисправимы, даже... И куда же вы отправляетесь, Холмс? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably, and then we can leave. Давайте на этом, пожалуй, сегодняшний стрим закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь. Ну а с вами был Нелапси. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.